Всем привет! В эфире новый экстремальный телепроект «У станка шоу». Мы познакомим вас с интересными людьми, для которых приготовили серьезные испытания. Наши герои – это успешные и состоявшиеся люди. Им нужны новые эмоции. И эти эмоции они получат в нашем телепроекте. В рубрике «Трудотерапия» наши герои могут попробовать себя в роли дрессировщика цирка, строителя, кондитера или даже агронома. А рубрика «Экстрим» – это полный адреналин, настоящая перезагрузка. Что ждет нашего героя, определит жребий. А участник сегодняшней программы – Григорий. Давайте с ним познакомимся. Григорий Гейфман – известный саратовский бизнесмен, заместитель директора торгового дома «Кухни Мария». Творческая и харизматичная личность, не раз принимал участие в благотворительных спектаклях. Его интересы многогранны. Наш герой очень общительный и позитивный человек. Григорий – это воплощение мудрости и великолепного чувства юмора. Женат, двое детей, ведет активный образ жизни. Закаляйся! Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если... Ну все, день начался. Григорий, здравствуйте. Добрый день. Ну что, готовы к сегодняшним испытаниям? Ой, готов, но как-то очень волнительно, потому что ничего не известно. Несмотря на то, что я близнец, я внутренний человек, исключительно рациональный. И для меня самая лучшая импровизация – это заранее подготовленный процесс. А здесь подготовки никакой не было. Показывайте. Ну, тогда выбирайте конверт. Хорошо, пробуем. Пожалуйста. Возьму средненький. О, строитель! Великолепно! Непосредственно строительством Григорию заниматься не придется, но зато ему предстоит освоить производство газоблоков, из которых возводят современные дома. Добрый день, меня зовут Григорий. Добрый день, меня зовут Алла. На сегодняшний день я ваш наставник. Вы проходите трудотерапию на предприятии ГРАС Саратов. Григорий, очень хорошо выглядите. А сейчас пройдемте на производство. С удовольствием. Наш участник незамедлительно приступает к делу. И хотя процесс на производстве ГРАС автоматизирован, некоторые технологические этапы не обходятся без участия человека. Кое-что Григорию приходится выполнять самому. И он лишний раз демонстрирует, что новое дело ему по плечу. А почему флаг британский? Нажмем? Может, в Англию поедем сразу? Когда плита готова, ее прочность проверяют в лаборатории самыми разными способами. А айфоны вы так проверяете? Приятно увидеть готовый результат, упаковать его в фирменную пленку и наклеить маркировку. Григорий, вот и закончилось наше путешествие по предприятию ГРАС. С работой вы своей справились, я думаю, на отлично. Современное оборудование, отлаженная технология производства, точная рецептура, высокопрофессиональный персонал. Компания ГРАС гарантирует потребителям высокое качество и идеальную геометрию блоков. Возводить из них новое жилье – одно удовольствие. Это тот самый редкий случай, когда идеально построенное современное технологичное производство. Это то, каким должно быть каждое российское предприятие, и поэтому очень приятно было все это пронаблюдать и даже некоторым образом в этих процессах поучаствовать. Так люблю сладкое, не могу себе отказать в десерте. Я тоже обожаю сладкое. И мне пришла в голову одна прекрасная идея. Я хочу сделать сладкий станок. Это как, Григорий будет печь десерты? Да, Григорий будет делать торт для своей супруги. Точно. Для того, чтобы выполнить самое сладкое испытание, Григорий приезжает в кондитерскую «Замок любви». Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем
«Самки любви». Мы рады, что вы выбрали именно наше предприятие для вашего эксперимента. Кондитерская «Замок любви» начиналась когда-то с одноименного торта. Сегодняшний ассортимент компании поражает воображение. Полные рецепты приготовления тортов – это, как говорится, секрет фирмы. Главное – никаких консервантов и ароматизаторов. Все натурально и поэтому так вкусно. Мы хотели предложить вам нашу новинку – торт «Три шоколада». Григорий начинает готовить бисквит. Поможет нашему герою технолог Светлана. Она будет готовить свой торт, а наш герой повторять за ней. Психологи говорят, что кто любит черный шоколад, это такой волевой, целеустремленный человек, знающий, чего он хочет в жизни. Светлана – отличный наставник, а Григорий прекрасно справляется с заданием. Сейчас будет самый ювелирный момент. Очень хочется попробовать торт. Продегустируем тот, что приготовила Светлана. Мне очень хочется, чтобы он вам понравился. Очень вкусно. А второй торт предназначен для супруги Григория Ирины. Наставники молодцы, что бы я без вас сделал? Теперь я точно знаю, из чего и как это делается. Спасибо вам большое. Говорят, поистине счастливец тот, кто каждый день вкушает торт. Следующее экстремальное задание. К экстремальному заданию я готов не сильно. Можно сделать экстрим каким-то не очень большим и не сильно экстремальным. Это возможно? Конечно. Ну, тогда давайте уже с Богом. Пометую традицию, тяну из центра. Ух, прокачусь! Мы прибыли в загородный клуб «Ассамблея». Вот на закрытой на этой штуке нормально прокатиться. Ты кто за рулем-то? Сначала я, потом ты. Ой, страшно. Но раз уже залез в кузов, то поехали. Поехали. В качестве группы поддержки героя – супруга Ирина и сынок Леня. Станислав – сам большой любитель экстрима. Он решил лично прокатить с ветерком старого друга и его семью. Я в полной уверенности, что мы должны ехать. Да тут слово «полетим» меня вогнало такой... Стержень какой-то металлический, я уже с ним очень осторожно сажусь. Я сразу покрепче взялся за ручку, посмотрел на сзади сидящую семью, подумал, ну ничего, наверное, выдержим. Думал, что взлетим. Все обошлось. Пробуем. Поехали. Да. Поехали. Ну, звук жуткий. Машина слабо управляемая. У нее самое страшное, что отсутствует тормоз. Есть только руль и газ. Такой бомбардировщик. Шикарно. Он и плывет. То есть он так точно так же. Конечно же, Григорий с испытанием справился успешно. Здорово. Очень понравилось. Григорий. Ну, самые сложные испытания позади. Давайте узнаем, что в следующем. Я надеюсь, теперь за последствия можно не беспокоиться? Не волнуйтесь, это приятный бонус за все ваши страдания. Хорошо, все равно тяну средний. Релакс. Если это то, что здесь написано, то я согласен немедленно начать. После всех испытаний мы пригласили Григория и его супругу Ирину в Центр красоты и здоровья «Листели». Чтобы восстановиться перед предстоящей рабочей неделей, наши герои отправляются на процедуру для двоих «Сила природы». Программа длится 3 дня. Сначала с помощью эфирных масел участникам проведут диагностику психоэмоционального и физического здоровья. Итак, сегодня первый день вашего пребывания у нас по нашей программе «Гармония для двоих». Мы сейчас составляем индивидуальную аромадиагностику. Суть такова. Вы берете флакончик, и это принципиально. Не смотрите на название, как называется масло. Нюхаете его, пишите первое свое впечатление. –
Теперь Ольга составит индивидуальную программу на 2 последующих дня релакса. Начинается все в хамаме. Герои погружаются в мир ароматов. Именно их выбрали участники. Они легли в основу всех композиций для скраба, обертывания и массажа головы. Лепота! Очень хорошо. Вчера нюхали, сегодня паримся. Время проходит великолепно. Оздоравливающий и расслабляющий массаж травяными мешочками очень понравился Григорию. Ощущение невероятное, да. Я специально не открываю глаза, чтобы не испугаться, чем это меня волтузит. Григорий, бодрый и полный сил, отправляется по делам, а Ирина получает в подарок от салона укладку. Отличный отдых, эксклюзивные программы и хорошее настроение – все это Центр красоты и здоровья «Листели». Персонал N&B и съемочная группа все в ожидании гостей. Григорий и Ирина появляются практически без опоздания. На повестке дня – обсуждение всех наших испытаний и подведение итогов. За все съемочные дни мы привыкли к участникам передачи. Всем немного грустно, что испытания подошли к завершению. Однако Григорий без труда меняет атмосферу своими великолепными историями и анекдотами. Интерьеры ресторана располагают к общению. Прекрасная музыка, приглушенный свет, мягкие уютные диваны. Но самое главное – это наши собеседники. Мы постоянно смеемся, вспоминаем интересные моменты съемок и вручаем грамоту героев проекта «У станка шоу». Спасибо. Грамота займет достойное место в моей коллекции. И тут начинается вкусная часть нашего вечера. В нашем ресторане особое отношение между гостем, кухней, вином. Мы стремимся дать нашим гостям возможность отправиться в небольшое гастрономическое путешествие. Я подготовил тебе сюрприз. Первый раз в жизни мне удалось своими руками, не без помощи великих кондитеров, испечь торт. Я в полном восторге. Сын будет счастлив. Но еще я счастлива, что ты готовил его не на нашей кухне. Наша встреча незаметно подходит к концу. Мы обязательно вернемся в N&B. Отличный ресторан в центре нашего города. Наш выпуск подошел к концу. А все, что осталось за кадром, вы сможете найти в свежем номере журнала «Дорогое удовольствие». Подробный фотоотчет с наших съемок вы найдете на сайте «Бутик-64». Ну а если захотите стать партнером программы, звоните по телефону 601-900. Удачи! Всем пока! Хочешь удивить свою половинку? Сделай предложение руки и сердца в эфире телеканала ТНТ. Твой поступок оценят все. Звони, телефон 600-105.